будет ли Россия помогать США после ее краха? Знаете, что я могу сказать? Там вот в целом, все-таки, скажем, думаю, что ну, вы знаете лучше, чем я, но кстати говоря, по поводу вот я сейчас во Франции был, мне тоже вопрос задавали. Но вообще... Я благодарю всех зрителей и слушателей нашей программы, тех, кто прислал свои вопросы, и тех, кто собрался здесь сегодня в этом зале. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Володимир Путін сьогодні виглядав і поводився зовсім не так, як завжди. Він мало посміхався і мало говорив. І крім того, ми всі помітили у нього на обличчі щось схоже на великий синець на лівій скулі. А до того ж, на цьому місці був ще й досить помітний набряк. Я не знаю, наскільки це здатна передати телевізійна картинка, але стоячи поруч із Володимиром Путіним, журналісти могли це побачити абсолютно явно. При цьому члени російської делегації, яких ми запитували про те, що саме сталося із російським прем'єр-міністром, заявили, що вони нічого подібного не помічають, і зі здоров'ям російського прем'єра все гаразд. Аса курвити Нурсултан Абішули. Сізге зор ден саулик, улкен бакит, кезмет енезге молтабис телеймен. Адбасыныз аман балсын. Казахстанга узак жылдыр байы басшылык жасай беренес. Добрый вечер. Вы любите Украину? А Деда Мороза? А ну еще громче. Одну секунду. А Киев? А сейчас самое громкое. А мэра Киева? Ваше мнение, как можно мотивировать людей к увеличению рождаемости? Я вам так скажу. Вот все вот эти национальные проекты, год семьи, все это полная хуйня. То, что по телевизору показывают, это бред. Не увеличит так рождаемость. Нужно взять женщинам инициативу в свои руки. Потому что мужики у нас пугливые, боятся брака, боятся семьи, боятся всей этой херни, да? Бабы должны сами не ломаться, как они вот это любят делать, не выебываться, не все такое, а давать без проблем сразу. В одну руку бутылку водки, другой рукой мужика за хуй и домой. И тогда все будет нормально. Я прочитал, что в одном СИЗО, ну, арестовали одно лицо кавказской национальности и посадили в одну камеру с афроамериканцами. И подошел милиционер и сказал: «Ну ты, чернозадый, выходи». На что афроамериканцы повернулись и сказали: «Это тебе». Потому как бы увидеть все в одном лице я не ожидал никак. Потому...